Как и всех, нас застала война дома. Никто, конечно, не ожидал, что придется прятаться от бомбежек в подвалах. С нашими особенными детьми собраться и убежать в подвал было самым непростым, потому что с собой надо было нести в первую очередь лекарства, без которых наши дети не могут жить ежедневно. Невозможно описать тот страх, который испытываешь за жизнь своих детей. Слезы, крики, хватание за голову, суета, не знаешь, что делать. Когда заканчивались бомбежки, приходилось объяснять ребенку, какой ужас происходит вокруг. Ребенок сам это понимал. Невозможно было подобрать даже нужных слов. Обращаемся к тем, кто в силах остановить эту никому не нужную войну, остановить кровопролитие. Очень хочется вернуться в свои дома, в свой нормальный, размеренный ритм жизни. Хочется, чтобы у ребенка были доступные лекарства, доступное образование, чтобы все были живы и здоровы. Хочется докричаться, достучаться до агрессоров, которые взяли и просто разрушили наш город, наш любимый красивый город. Люди добрые, остановите эту войну. Сейчас же хватит уже этих бомбежек. Слава Украине!